Господу помолимся. Божественный мир и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостояние святых Божьих церкви и соединение всех, Господу помолимся. О, многострадальной стране нашей России. Позиции фотографируйте, еще вы рядом стоите. Ну я там стоял, он туда пришел. Ну, я еще могу Господу сказать, свою мне отдашь. Господи, помилуй. О, еже осветитесь в Одессе, силы действием наитим Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже. Спаслась и благодать, избавление, благословение Орданова, Господу помолимся. Господи, о, еже приидите на воду все очистительному, присущественен Троице действу, Господу помолимся. Господи, о, еже просветитесь нам над просвещением разума и благочестия на этим Святаго Духа, Господу помолимся. Поеже ныне приходящим ко святому просвещению спасения их, Господу помолимся. Поеже показать всем сынами и дочерями света и наследниками вечных благ, Господу помолимся. Все, в избе только. Поеже быть им страстными причастниками смерти и воскресения Христа Бога нашего, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже быть им в Одессе, баню погибыть, оставление грехов, одежды, нетления, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже услышите, Господу Богу, глас моления нас грешный, Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь от них, дайте нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми, помянувшие сами себе, друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко под благоутробной милостивой Божией, истязуя сердца и утробы, и тайной человеческой веды, единого неба есть, вещь не явлена пред Тобой, но вся нагая и обнаженная, пред очима Твоими веды, я же о мне, да не мерзишь имя, ниже лица Твое отвратишь от меня, но призри мое прегрешением в час сей. Презирая человека в грехи, в покаянии, омый мою скверну телесную, скверну душевную, и всего меня освети, че совершенную силою Твоею невидимую десницей духовную, да не свободно иным возвещай, и сию подавая веру совершенную Твоего неизреченного человека любви. Сам яко раб греха не искусен буду, не владыка един благи и человеколюбивый. Да не возвращусь и смирен, но не спасли мне силу с высоты и укрепи меня. Вы проситесь направо шагнуть. Там. Где площадка, чтобы шагнуть справа, рядом, тогда мы глубже будем. Там батюшка будет стоять на площадке. Вот туда направо. И будет так. Если пойдет сейчас влево. Дальше, по колено, Сергей, дальше сказали, туда дальше шагните, не по колено же в воде-то. Вот все по-своему делают, столько трудились, все зря. Вот туда надо шагнуть. Еще шаг. Россия и крещен крещается работа сегодня во имя Отца. И Сына, и Святаго Духа, аминь. Во веки веков, аминь. Следующий, подожди. Ну, батюшка, надо. Он же их держит. Батюшка, постоянно вперед шагнул.
батюшка, все говорят, чтобы прям глубже да? шагали. Тихо, успокойтесь. Все доходит. Вы можете. Не надо. Успокойтесь. Отец Крестьян встречает Сара Божий Андрей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сергей, Сергей!
Духа. Кто еще? Все что ли? Расческа, расческа поплыла. Расческа? Вон расческа поплыла. Не упади, Володя, с камеры.